рецепт приготовления вкусного и полезного напитка из черники со старинным и почти забытым названием мед. На первый взгляд, клубника и помидоры находятся на разных полюсах. Помидоры используются в соленых блюдах, а клубника в сладких. Сегодня у вас есть шанс избавиться от пищевых стереотипов и приготовить нечто необычное, но очень вкусное. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Возьмите готовый соус из черники, лайма и лаванды или же приготовьте его, прокипятив 10 минут на медленном огне. 12 частей тертой черники, 2 части воды, по 1 части сахара и сока лайма, сильно измельченную цедру, 2 лаймов и половину чайной ложки масла лаванды. 2. В маленькой кастрюльке соедините сахар и воду, постоянно помешивая, доведите до кипения. Когда сироп станет прозрачным, кастрюльку с огня снимите. 3. В литровый кувшин высыпайте лед. Если у вас слишком крупные кубики, их нужно расколоть. 4. В кувшин вылейте сок лайма, соус, остывший сахарный сироп и холодную воду. Хорошенько перемешайте ложкой содержимое. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Украсьте мед дольками или цедрой лайма и целыми ягодами черники. Подавать с легким песочным печеньем. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Сахара 1-5 стакана. Холодной воды 4-5 стакана. Кубиков льда 1 стакан. Сока лайма 1-5 стакана. Соуса из черники, лайма и лаванды 1-5 стакана. Лайм 1 штука. Черники 15-20 штук. Количество порций 3. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.